тем стал сирийский кризис. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский президент отметил, что обеспечение перемирия в Арабской Республике является ключевым фактором нормализации внутренней обстановки, улучшения гуманитарной ситуации, а также важнейшим шагом на пути политического урегулирования в этой стране. Но в самой Сирии все большее число оппозиционных групп присоединяется к перемирию. Только за последние сутки прекратить огонь согласились еще 5 военизированных отрядов. Об этом сообщается в информационном бюллетене Российского центра по примирению. Сирийцы все активнее возвращаются в свои дома. В разрушенных городах начинаются операции по восстановлению инфраструктуры и расширяется также гуманитарная операция.